Здравствуйте, товарищи! Крупнейшим событием второй полугодии 2021 года будет заседание Российского комитета рабочих в Нижнем Новгороде. Это очень, так сказать, важное мероприятие. Я думаю, гораздо более важное, чем те выборы, которые сейчас будут проходить. Потому что на этих выборах, как мы с вами хорошо знаем, из теории прежде всего, трудящимся предлагают решить, кто из представителей господствующего класса, то есть буржуазного класса, будет представлять и подавлять их в парламенты на ближайшие 5 лет. Я думаю, что если вы проследите всю деятельность парламента, хотите нашего, хотите любой другой страны, это вот высказывание Маркса подтверждается со 100% вероятностью, без всяких исключений. Еще ни одно государство не поменяло свою классовую природу, и ни одно буржуазное государство не отдало власть другому классу только потому, что кто-то там как-то там проголосовал. Вот. Причем голосование, как правило, обеспечивается именно этим государством, которое находится при власти. Ну, или, грубо говоря, вы бы сидели при власти, вы бы, наверное, подумали о том, какие меры предпринять, чтобы голосование было в вашу пользу. Ну вот, об этом всегда думают правящий класс, и за это не надо его ругать. Это было бы очень странно, если бы правящий класс думал бы о том, как потерять власть. Он зачем? У него в руках все рычаги, финансовые рычаги, все у него ведущие средства массовой информации, у него издательство, у него телевидение, значит, радио и так далее. То есть, в его руках находится все необходимое и достаточное для того, чтобы на выборах выиграли те, кто эти выборы организовывает. Вот. Есть более общий такой философский аспект этого дела. Можно сказать так, что общественное бытие определяет общественное сознание. Даже если бы вот ничего этого не было и никаких особенных усилий не предпринимало бы буржуазное государство, то надо понимать, что раз общественное бытие определяет общественное сознание, у нас какое общественное бытие? Буржуазное. Значит, большинство граждан имеет какое сознание? Буржуазное. Я не говорю о том, кто они по своему положению. Они могут быть рабочими, они могут быть мелкими буржуа, или, как говорят, мелкими предпринимателями, или самозанятыми, как будто чем-то они сами заняты, как будто бы они что-то делают для себя. Они самозаняты тем, чтобы что-то сделать и продать. Поэтому заняты они производством на продажу. Или интеллигенты разных мастей, или чиновники самых разных уровней и так далее. Что у них в головах? Ну, что у конкретного чиновника, это вообще невозможно определить, потому что мы знаем, что то, что думает один человек, это совсем не то же самое, что думает вот большинство общества. Например, большинство общества при Марксе думало не так, как Маркс. И Маркс вообще не принадлежал к рабочему классу, но и его идеология является идеологией пролетарской, идеологией рабочего класса. Энгельс, у него вообще папаша был фабрикант. Вот у нас такая интересная коллизия в Ленинграде и Санкт-Петербурге. У нас от Финляндского вокзала и далеко-далеко до Удельной тянется, или тянулась такая улица, половина которой до Сердобольской улицы называлась проспект Карла Маркса, а вторая половина – проспект Фридриха Энгельса. Значит, этот Карл Маркс в период перестройки чем-то помешал администрации Выборгского района. Напротив он стоял за столом и писал, видимо, «Капитал». Вот они это, значит, убрали, и мой коллега, доктор экономических наук, профессор Долгов, говорил: ну вот чем вам Маркс? Ну не нравится вам Маркс, ну не читайте его книги и все. Зачем вы снимаете его памятник? Короче говоря, памятник сняли, улицу переименовали и стала она называться Большой Сампсониевской. А вторая часть тоже уже замахнулись переименовывать, проспект Энгельса. Но Энгельс-то папа был фабрикант. Почесали голову и решили оставить. И поэтому у нас теперь улица такой магистраль, половина ее Большой Самсоневский, вторая половина проспекта Энгельса.
Ну, Ленин, наверное, тоже нерабочим был, как вы понимаете. Более того, в 16 лет, когда его папаша получил дворянство, служилое за хорошую работу, это своего рода награда, вот Ленин стал дворянином, как сын дворянина. Правда, этого дворянина, значит, как известно, после известных событий, после такой сходки студенческой в Казани, выгнали из Казанского университета, и он поэтому вынужден был сдавать в Санкт-Петербургском государственном университете. У нас там долго висела картина, тоже до перестройки. Потом она помешала почему-то. Картины вообще, картины, скульптуры, они мешают тем, кто перестраивает. И там было показано на этой картине, как Ленин сдает экзамен. Он приехал в Санкт-Петербургский университет, мама постаралась, хлопотала, чтобы у него приняли экстерном. То есть, что значит экстерном? Это значит, что он ничего не слушал, никаких лекций, все сам изучал и пришел прямо сдавать экзамен. Он сдал все экзамены на отлично, по юридическому направлению, стал юристом и стал работать помощником присяжного поверенного. Вот. Ну и что, какая идеология у Ленина? Ну, я думаю, что все знают, что она не буржуазная, а пролетарская. Поэтому для одного человека этот вот тезис, основной тезис исторического материализма, что общественное бытие определяет общественное сознание, неверен. А что для одного человека? А человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Вот каких людей встретил, кто на него повлиял, какие книги читал, может, занялся историей. Может, очень умный был. Настолько умный, умнее всего своего класса. Как Энгельс и как Маркс, они точно умнее. И так далее. Да и Ленин умнее того, как слоя, к которому он принадлежал. Короче говоря, человек, отдельный индивид, есть продукт обстоятельств воспитания. Ну, а массу, когда вы берете, все население какой-то страны или государства какой-то страны и население этого государства, то железный закон, что общественное бытие определяет общественное сознание. Если большинство в этой стране подвергается воздействию определенного, так сказать, общественного строя, буржуазного, то какое сознание в большинстве? Буржуазное. Поэтому я хочу успокоить правящий класс. Вы не расстраивайтесь, все будет хорошо. После выборов вы останетесь у власти, буржуазная власть сохранится. Потому что все, что вы делали все предыдущее время, отбирали у людей свободное время, сокращали им зарплату, не давали им хорошего лечения и так далее. Уменьшили количество лет, которых обучают в ВУЗе, вместо 5 теперь 4 и так далее. То есть все, что вот делалось, это забивали голову всякой чепухой, которой очень много присутствует у нас, в том числе в самых, что и на этих интересных и технически продвинутых средствах массовой информации. Все это дает свои плоды, и у нас буржуазная идеология является господствующей. А люди пойдут голосовать на выборы с какой идеологией? Ну, с той, какая у них есть. Раз господствующая идеология у нас буржуазная, значит, победят буржуазные партии. Поэтому я вот как специалист, в том числе и в области философии, как доктор философских наук, поздравляю вас с будущей успешной победой на выборах. Если вы думаете, что все дело в том, что плохо дело организовано, ну вот Ленин хороший организатор был, хороший. Ленин участвовал в организации выборов в учредительное собрание. И большевики. Большевики тогда уже были очень большой партией. От 70 тысяч и больше человек. И они имели мощную газету, «Правда». Ну и кто выиграл-то на этих выборах в учредительное собрание? Выиграли большевики при Ленине? Нет. А что делал? Все, Ленин слабый, что ли, очень руководитель? Кто сильнее был там кто-нибудь, чем Ленин? Нет. А в чем дело? Да в том, что общественное бытие буржуазное. В буржуазной России после буржуазной революции определило общественное сознание. Ну, как и выиграла буржуазия. Но, а как поступил Ленин? Сказал, ну, это хорошо. Значит, он написал специальную статью «Выборы, учредительное собрание, диктатура пролетариата». И там объяснил, что для того, чтобы победить на выборах, надо сначала взять власть. Вот, а власть какую? Вот к этому времени были созданы уже советы. Вот мы, говорит, взяли власть. После этого мы отняли все средства влияния на умы, на головы людей у буржуазии. Печать, да?
соответствующие, так сказать, все бумагу, вот, все, что необходимо для воздействия на избирателей. Мы дали крестьянам землю, мы дали рабочим возможность работать 8 часов, а не 10,5 и не 11,5 часов. Декрет о 8-часовом рабочем дне. Так, мы лишили буржуазии их богатств. То есть мы провели национализацию в 18 году. И эта национализация не все национализировала, но самые решающие средства производства были национализированы, и господство буржуазии было в экономическом базисе подорвано. А значит, теперь уже такое правило, которое, что общественное бытие определяет общественное сознание, тоже действовало. Но общественное бытие уже перестало быть капиталистическим. Оно еще не стало вполне социалистическим, но уже и не капиталистическим. Был переходный период. А вот переходный период уже можно и выиграть. И выигрывали все время большевики и во время гражданской войны, и после гражданской войны, и так далее, пока у самих, так сказать, бывших большевиков не закружилась голова, и они не отступили от марксизма, ленинизма. Вот, пошли против Сталина, пошли, значит, против всех завоеваний, которые были сделаны при Сталине. Ну и предали марксизм-ленинизм, поэтому, без всяких особенных выборов, мы снова оказались где? В буржуазном обществе. Поэтому, как говорится, можем только себя успокаивать тем, что нету такой страны в мире, которая имела бы такой грандиозный опыт борьбы за становление новой власти. Поэтому, так сказать, нам предстоит еще раз повторить этот опыт и, наконец, снова установить в России власть рабочего класса, диктатуру пролетариата. За граница нам поможет. Какая? За граница у нас большая теперь рядом. Китайская Народная Республика. Там 1,4 миллиарда человек. Они нам помогут, я думаю. И я думаю, что это поможет сделать социалистическую революцию бескровной. Потому что никогда люди... Вот при Ленине была совершенно бескровная революция социалистическая. Вспомните. Вы не найдете никаких могил тех, кто был, так сказать, убит в период взятия власти. Вот на Марсово поле, если вы пойдете в Ленинграде, там вот жертвы буржуазной революции, там несколько тысяч похоронено. Вот да, там было много народов погибших во время буржуазной революции. Ну и славная буржуазная революция французская тоже отличалась тем, что только головы прямо-таки отлетали. Вот, так что мы знаем, как буржуазия проводит свои революции. А вот у нас, и об этом как-то не шумят, не кричат, ведь пролетарская революция была совершенно бескровной. Более того, членов Временного правительства Ленин по одному приглашал, а они так немножко посидели в Петропавловской крепости после того, как они были арестованы. Их приглашали по одному и спрашивали: даете честное слово воевать, что не будете воевать против советской власти? Мы вас отпускаем. Не даете? Ну и сидите дальше. Но они все дали и все сдержали. Можете взять, поинтересуйтесь историей членов Временного правительства. Все были задействованы на какой-нибудь хозяйственной, культурной и прочей работе. И верой, и правдой служили советской власти. Вот таков интересный момент. Потому что изменилось бытие, и сознание как-то изменилось у них. Единственный такой негодяй остался, который Краснов также пообещал Ленину, что он генерал, не будет выступать против советской власти. Его отпустили. А он поехал на Дон и стал собирать Белую гвардию. Поэтому с этим Красновым мы столкнулись в конце войны Второй мировой, нашей Великой Отечественной. Его англичане передали, союзники передали нам этого Краснова, они его поймали. Но наши его повесили, товарищи. Так что он... А за что его повесили? Не надо нарушать слово офицера. Это справедливо же. Ну вот. Так что с выборами все с этими хорошо. Поэтому и называется эта программа «Наш выбор». А о чем? О каком выборе будет у нас идет речь? Выборе того, чем нужно заниматься для того, чтобы осуществлялся общественный прогресс. А не мы не находились бы в состоянии стагнации. А для этого надо, чтобы мы подготавливались к тому, чтобы рабочий класс был в состоянии установить свою власть. Он готов сейчас к этому? Я думаю, что не готов. Он не готов, потому что он элементарные вещи не может провести. Он не может
сплошь и рядом, в большинстве случаев, на большинстве предприятий не может провести соответствующие там собрания, не может собрать голоса за то, чтобы начать переговоры с администрацией. У него нет или нет профсоюзной организации, или профсоюзная организация захвачена сторонниками собственника этого предприятия. Хотя у большинства-то есть на заводе рабочих, на любом заводе рабочих большинство. И это большинство, если оно будет действовать, оно уже не должно думать вообще о всей идеологии, а только о том, чтобы улучшить свою жизнь. Для начала повысить зарплату, сократить рабочее время. Кстати, появится время для того, чтобы думать. А так думать некогда. Надо вставать пораньше, идти на работу, а вечером приходить попозже и ложиться спать, чтобы завтра снова встать на работу. Некогда думать. Поэтому, если человек в такой, так сказать, ситуации находится, он, конечно, повторяет то, что говорят ему, а не то, что он сам придумал. Это не значит, что это люди недостаточно умные или недостаточно знающие. У них нет времени, так сказать, выработать свои позиции. Вот поэтому ключевым вопросом, который составляет наш выбор, является борьба за сокращение рабочего времени до 7, до 6 часов. Потому что если времени не будет, оно все будет съедено чем-то другим, значит, мы не сможем подняться. Даже подняться для того, чтобы отстоять самые элементарные свои интересы, чтобы семья была, так сказать, сытой, обутой, одетой, жилье было и так далее. Это раз. Второе, чтобы отпуск был нормальный, и он увеличился. Чтобы зарплата была такая, чтобы не надо было залезать в долги. Так, чтобы не надо было брать эти так называемую ипотеку. Что такое ипотека? Куда и потекут деньги, когда вы возьмете эту ипотеку? От к вам или от вас? От вас и потекут. Вот вы можете сказать, вам хорошо говорить, Михаил Васильевич. Вы-то живете в квартире, которая была бесплатно получен в советское время. Да, действительно, я живу в квартире, которая бесплатно была получена. Это не только я так в этой квартире живу, а все, кто жили в то время, и кто еще пока еще остаются в моем возрасте, они все это получили бесплатно. А почему бесплатно? Потому что был социализм. Вот. Тут, как нам объясняли, новая революция, новые, так сказать, все по-новому. А потом, когда посмотрели, получилось не по-новому, а потому старому, что было при буржуазном строе. Опять угнетение, опять эксплуатация, опять обманывают на каждом шагу. Стараются учиться дать поменьше, работать заставляют побольше и так далее. Вот поэтому это одна из таких задач – сократить рабочий день. Рабочее время. Вторая задача – повысить заработную плату. Третья задача – улучшить условия труда. Мало того, чтобы улучшить, еще, по крайней мере, добиться того, чтобы эти условия труда не нарушали даже те правила и нормы, которые установило буржуазное государство. Потому что происходит, можно сказать, сокращение рабочих по той причине, что много смертей на производстве. И от всей этой смерти, от чего? От того, что нарушаются какие номера? Даже те правила, которые установило государство буржуазное. Поэтому каждый рабочий должен знать, какие нормы и правила установлены, и строго держаться соблюдения этих законов. Причем он не должен тут никакой революции делать. Он говорит, я боюсь нарушать законы, я человек богобоязненный, закона послушный, я работать при таких условиях, как я вот у вас здесь, не буду. Хотите, нарушайте, но вы же будете отвечать, я нет, не буду. И сидите и ждите, пока они устранят нарушения. То же самое касается и на работе с той техникой, которая неисправна. Неисправная техника вас убьет, других убьет, и вы же будете виноваты, это известно. А скажут, так а что, вы не знали, что надо соблюдать правила труда и техники безопасности, молодой человек? Знали. Значит, вы нарушили закон? Нарушили. А что бывает с нарушителями закона? Тюрьму. Так что, вот первая задача, которую мы выбираем, это научиться добиваться соблюдения тех законов, которые носят положительный характер. Исторически так сложилось, что некоторые нормы предыдущими поколениями рабочих выбиты у буржуазного государства и закреплены буржуазным законом. Вот к этому закону
или к этому правилу можно отнести и трудовой кодекс. И этот трудовой кодекс расписывает ваши права. Но почему-то большинство рабочих, а почему это я вначале говорил, потому что у них в голове буржуазная идеология, они не читают трудовой кодекс и не знают своих прав. Но если вы не знаете своих прав, как вы можете их добиться, осуществления этих прав? То есть нужно внимательнейшим образом трудовой кодекс изучить. За этот трудовой кодекс в 90-е годы была большая война до конца 2000 года. Вот. В том числе был проект трудового кодекса Фонда рабочей академии. Его выдвигали одни депутаты, потом, значит, сначала от КПРФ, потом депутат Авальяни выдвигал, потом товарищ Шейн, он и сейчас депутатом является. То есть и этот проект собрал 189 голосов депутатов Государственной Думы. При этом больше, чем правительственный проект, больше, чем проект 8 профсоюзный, больше, чем проект Московской Думы, больше, чем Яблочный. А в Яблочном вообще было написано, для детей до 8 лет работать столько-то часов. Что это просто люди там с ума сошли. И эти яблочники, они опять идут куда-то на выборы. И кто-то за них ведь проголосует. Есть же такие люди. А яблоко это вообще такое странное изобретение, потому что было три, так сказать, таких витязя. Болдырев, Лукин и Инвицкий. Они вот сделали эту партию, сляпали, и потом думают, если поставить по алфавиту, будет некрасиво, Б, Л и Я. Ну и переделали, и получилось не по алфавиту, ну, яблоко, но похоже на символ Нью-Йорка зато. Яблоко. Или на Apple. Посмотрите, там остается только отгрызть от этого яблока кусок, и будет Apple. Вот такая картина. Теперь, значит, что показывает события уже нашего времени, в котором мы с вами живем? Что если вы в одиночку будете бороться, кончится это тем, что вас выгонят с этого предприятия. Вы уйдете на другое, а там будете бороться в одиночку, и оттуда выгонят. Ну и так далее. Это называется дурная бесконечность. Потому что вы, так сказать, сколько вы не боритесь. Почему? Ну, всем же известно, один в поле не воин. Правда, есть всякие книги, и один в поле воин. Это имеется в виду, когда они какую-то общую борьбу ведут. И один, тогда человек много чего значит, если он не один на самом деле, а он общее дело совершает. Почему мы назвали эту передачу или этот вот ролик «Наш выбор»? Потому что речь идет не о выборах каких-то фигур, которые будут представлять и подавлять вас в парламенте, а речь идет о выборе образа действий и способов борьбы. А борьба должна быть какой? Индивидуальной или коллективной? Но я думаю, вы, наверное, понимаете, что если вы такие серьезные вещи хотите решить, то это должна быть борьба коллективная. А что, если борьба коллективная, так надо очень хорошо знать наши права. Какие есть у нас права? Права у нас, хоть некоторые вот товарищи, ну, так сказать, в своем ударе и жаре доказывают, что у нас чуть ли не фашизм, но я думаю, они сильно преувеличивают. Потому что, ну, во-первых, никто вам не мешает изучать марксизм, никто вам не мешает изучать ленинизм. Мы вот в Красном университете мы преподаем, вот 9 лет уже преподавали, вот на 10-й год мы снова ведем набор. Пожалуйста, записывайтесь. Найдите Красный университет, там указано, к кому обращаться. Вот, и получите, вас подключат в систему дистанционного обучения, и занимайтесь на здоровье. Более того, вот недавно меняли конституцию, правили, да? Ну, там что, сделали поправку, что у нас буржуазная идеология по конституции? Нет. Там знаете, что написано? В России нет государственной идеологии. Ну, если нет государственной идеологии, я, например, вот считаю, что идеология у нас будет государственная марксизм-ленинизм. Могу я так считать? Могу. Мне конституция мешает? Нет, не мешает. Говорят, что это вы, Михаил Васильевич, вот вы там по поправкам выступали? Ну вот мне что-то в ней не нравится в этой конституции в основном. Ну кое-что мне в ней нравится, вот там вот написано такое, мне очень нравится, что нету, не написано, что господство все буржуазное дело. Сейчас сказали, закрываем ваше выступление, потому что у вас, это вы пропагандируете не буржуазную идеологию. У нас нет государственной идеологии, я пропагандирую ту, которой придерживаюсь. И вы можете пропагандировать ту, которую придерживаюсь. Вы, может, лучше, у вас больше всяких каналов. Идите и пропагандируйте на здоровье. Я же вам не мешаю, и вы мне не мешаете. Вот так обстоит дело. И так, между прочим, государство
Или вы думаете, что государство не знает, что мы записываем, где показываем, или не знает, кто выступает? Как вы считаете? Ну, вы подумайте, серьезно. Ну, это же все, это странно было бы думать. Только некоторые нагнетают, говорят, вот какое полицейское государство. Ну, конечно, полицейское, если Медведев переименовал милицию в полицию. И что делать? Потому что полиция – это, в отличие от милиции, которая вооруженный народ, полиция – это уже одновременно, это прежде всего отряды, защищающие непосредственно интересы господствующего класса, да. Но закон-то у нас какой? Он нам права дает, но если вы не интересуетесь правами, которые у нас есть, то вы не сможете их использовать. А если поинтересуетесь, то узнаете, что вот есть такое понятие, как коллективный договор. Ну, прежде чем о нем говорить, я хочу сказать, что вот об этих правах, которые у нас есть, и о том, как их использовать, речь пойдет на семинаре по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии, который состоится 6-7 ноября в Нижнем Новгороде. И это очень крупное событие. Причем такие семинары проводятся 2 раза в год и проводятся ежегодно примерно с начала 90-х годов. С начала 90-х годов. И никогда не было никаких сбоев, исключений. Тем более никто помех никаких не строил. Не надо там. Вы можете ругать там буржуазную власть. Я тоже ее ругаю иногда. И даже очень сильно. Но если вот она не запрещает, не мешает вам, что вы будете на нее нападать? Так вот, на заседании этом Российского комитета рабочих или семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России, а она самая передовая профсоюзная федерация, которая туда есть, почитайте ее программу и ее устав, и вы убедитесь, вот, за что выступает Федерация профсоюзов России. За то, чтобы вам очень хотелось бы получить. А сами авиадиспетчеры, которые закоперщики этой федерации, они все это и получили. Почему? Потому что они без всякого шума и треска, они это организовывают борьбу за это дело и добиваются того, что надо. В тех условиях, не в тех условиях, которых у нас нет, а в тех условиях есть. Говорят, ну, если бы у нас сейчас была советская власть, мы бы сделали то-то и то-то. Нет, вы вот сделаете то-то и то-то, и тогда у вас будет советская власть. Наоборот, надо смотреть. Никогда не будет советской власти, если вы не можете даже выполнить буржуазные законы, которые для вас выгодны. А что выгодного? А вот, как я уже говорил про одиночку. Одиночка ноль. Маяковский еще лучше говорил, что голос одиночки тоньше писка. Кто его услышит? Только жена. И то, если не до базаре, а близко. Вот. А партия – это кулак. Миллион напало из голосов, сплетенных, тихих и тонких. От него лопается укрепление врага, как от барабанного боя перепонки. Я сейчас вас в партию не призываю идти. До партии еще надо дорасти. Да, вот поучитесь в Красном университете или поучаствуйте в какой-то коллективной борьбе, чтобы вы что-то партии принесли, а не жалобы принесли. Среди сказать, вот мы жалуем, нас бьют. И так они противно выли, что их правда их побили. Вот. То есть хватит ныть. Не надо, чтобы рабочий класс, трудящиеся превращались в нытиков. И все они, при том, что они составляют абсолютное большинство населения, они только ноют, что вот это у нас отняли, это отобрали. А чего вы отдавали? Какие права у вас есть для того, чтобы не отдавать? У вас есть право составления и заключения коллективных договоров. Это очень интересный элемент правовой системы нынешнего государства. Сам этот не залетел бы сюда, этот элемент, если бы не борьба рабочих, которая воплотилась в том, что вот то, что получается в области трудовых отношений, нормы, которые тут получаются, это результат борьбы, классовой борьбы, в которой участвовал авангард рабочего класса России. И вот этот авангард добился того, что у нас есть такое право, как заключение коллективного договора. У всех. У каждого на предприятии может быть заключен коллективный договор. Что к нему какое требование? Только не коллективный трудовой договор, как некоторые пишут, в том числе наши товарищи. Мне уже надоело поправлять, потому что, ну, вроде люди грамотные, вы почитайте, никакой не коллективный трудовой, а трудовой договор бывает, работник пришел на предприятие, он никто. Его, если он будет тут кочевряжиться, его не возьмут. Поэтому с ним подписывают, пока он никто такой, трудовой договор, который ему не выгоден, а попробуй ты потом его измени.
А потом будут все время писать, в соответствии с трудовым договором вам вот это. И все. А коллективный договор заключает не те, кто только что пришли, а наоборот. Коллективный договор заключает коллектив. С кем? С администрацией. Раньше было написано в законе с администрацией, а сейчас говорится с работодателем. В лице генерального директора. В лице. Это значит, что от генерального директора будут люди переговариваться, им строго-настрого указано, что это не сдавайте, это с этим не соглашайтесь и так далее. Так вы хотите это переломить, значит, те люди, которые от вашего имени будут переговариваться, им должно быть строго-настрого указано, что вы не сдавайтесь, вы добиваетесь и так далее. И вот согласно этому самому закону, трудовому кодексу, возьмите там разделы, там чего только нету в трудовом кодексе, там есть коллективные переговоры. То есть захотелось вам поговорить с администрацией по любому вопросу, пожалуйста, 50% соберите или письменно за переговоры с работодателем, или можете собрать конференцию, если у вас получается. Это не просто собрать. Или собрание, если у вас небольшое предприятие. Если больше половины проголосовало, протокол принесли и потребовали переговоров. Обязаны с вами проводить переговоры и на время коллективных переговоров обязаны освободить тех, кто направлен на переговоры, от работников, от работы с оплатой по среднему. До срока до 3 месяца. Вот 3 месяца можете переговаривать, вам будут деньги платить, а вы будете доказывать, почему неправильно так делает администрация, а как правильно надо делать. Но если вы не от себя доказываете, значит, вы эти не только на переговорах 2 часа в неделю будете сидеть, а вы всю остальную часть времени рабочего своего будете, а вы освобождены от работы для переговоров, вы будете ходить по бригадам, по коллективам, объяснять им, доказывать, рассказывать, как идут переговоры, получать наказы, чтобы вы были, ну, как бы послом коллектива, а не то, что вас избрали, и вот вы и пошли, и все будете говорить. Нет, привлекаться. Там сидят люди прожженные у вас. Там главный экономист, главный юрист, там зам генерального директора, может быть, первый заместитель на переговорах. Вот. Зам по кадрам, может быть, зам по безопасности, которые будут так внимательно смотреть. Однажды докеры пригласили зам по безопасности, говорит, пойдемте с нами, вот поговорим в бригаду. Он оттуда выскочил как ошпаренный. Тут хорошо сидеть в кабинете генерального директора и тут обсуждать. А пойдемте, вот поговорите с рабочими. Короче говоря, значит, переговоры, право на переговоры. И это право есть, его завоевывать не надо, надо им пользоваться. Не будете пользоваться, значит, считайте, у вас его как бы и нет. То есть оно есть, но оно у вас не применяется. А раз не применяется, вам любой работодатель скажет, а вы не со мной не хотели разговаривать. Потому что если вы хотели, вот есть процедура, соблюдайте эту процедуру и выходите на переговоры. Я буду с вами говорить, я освобожу ваших этих посланцев от работы. Не хотят они это делать? Ой, не хотят. А некоторые другие уже, когда понимают, хотят. Лучше освободить этих, чем сразу повысить зарплату всем. А этим будут пока платить. Это раз. Теперь есть такое понятие, как коллективный договор. И есть еще одно понятие – коллективные трудовые споры. Вот вы разговаривали, ничем дело не кончилось. Подписывайте протокол разногласий, и тогда вы добиваетесь уже не переговоров, а начала коллективного трудового спора, если вас не удовлетворили. Ну вот вы говорили, закончилось там. 3 месяца вы разговаривали, сидели, ходили, кофе, чай пили по очереди. Вы чай, а не кофе. Или вы кофе, а не пирожные, разговаривали. И вот ничего не получилось у вас, как и планировалось. И поэтому вы подписали протокол разногласий, ваш контрагент скажет, а я не буду подписывать. Ну и не подписывайте. Мы подписали, этого достаточно. Если хоть один скажет, что они ничем не кончились, этого достаточно. И подписали протокол разногласий и начинаете процедуру коллективного трудового спора. А спор появляется тогда, когда они договорились. А вот уже первый шаг вложила в это дело администрация. Она с вами не договорилась. А начало коллективного трудового спора чревато. А чем оно чревато? А тем, что вот вы будете вести этот спор так же сначала, как переговоры. То есть спор ведется так. Значит, есть предмет спора. А предмет какой? Допустим, заключить коллективный договор в редакции работников.
Хорошее же предложение. Очень коротко и ясно. А редакцию работников вы это все всем раздали, все читают, выжимку сделали и так далее. И вот вы ведете этот коллективный трудовой спор, и этот коллективный трудовой спор сначала идет в форме примирительной комиссии. Это вы сидите, вас 6 человек, их 5 или 6. Это дело стороны. Все равно подписываются, как бы, так сказать, одна и вторая сторона, если вы о чем-то соглашаетесь, должны подписать вместе. И вот они ведут эти самые переговоры. Примирительная комиссия проходит в течение недели, если вы не договорились о другом. А если вы договоритесь, можете хоть полгода, хоть полтора года переговаривать. Администрация это устраивает. Ничего не меняется, она сидит с вами, беседует. Ну, а вы можете, если вы прошла примирительная комиссия, потребовать перехода к следующей стадии, приглашения посредника. Вот как ты думаете, вот если администрация предлагает посредникам какого-то Иванова, стоит это поддержать? Но администрация, наверное, предлагает посредникам того, кто будет поддерживать администрацию. Но это не должен быть член коллектива, это кто-то из представителей не членов коллектива. И вот он будет от имени администрации представлять. А теперь работники. Ну вот работники меня вот несколько раз просили быть представителем вот, арбитража, докеры в том числе. В том числе дальневосточный. А вот, Михаил Васильевич, можете ли вы быть представителем докеров? Я говорю, могу быть представителем докеров. Это же не докером, это представителем докеров. Поднимать ничего не надо. Так... Ну, почему вы думаете, что другая сторона согласится? Если она не согласится, значит, не прошло. Потом куда-то пропали эти товарищи, которые звонили. А потом я говорю, а что вы все молчите? А мы вашу кандидатуру представили, они не согласились, а зарплату нам повысили. А, ну хорошо, говорю, и то хорошо. То есть не было ничего этого. И третий представитель государства. Это значит, есть государственный представитель, это служба по разрешению коллективных трудовых споров, значит, работодатель и представитель работников. Ну и что здесь на этих переговорах, вы понимаете, что в меньшинстве оказываются работники, потому что это треугольник, в котором два тупых угла. Чего тут непонятного? Поэтому, но никто не обязывает вас соглашаться на те кандидатуры, которые предлагают. Если не договорились, просто пишется протокол. Что вот мы беседовали, говорили, та-та-та, и не договорились. А если этого протокола нет, нельзя проходить, переходить к следующему этапу. А если есть протокол, следующий этап, это будет уже не приглашение посредника, а трудовой арбитраж. Ну и трудовой арбитраж точно так же. Если стороны до начала работы арбитража подписали соглашение о том, что они обязуются выполнять, не зная, какое будет решение, обязуется его выполнять. Но вы же знаете, что вас обманут. Неужели вы будете подписывать? Неужели вы настолько наивны, чтобы вы думали, что работодатель не позаботится о своих интересах? Они бы, если бы не заботились, они бы не были бы капиталистами. В этом-то все и дело, что они больше заботятся о своих интересах, чем о каких угодно, страны, народа, трудящихся и так далее. Поэтому вы не подписываете, они не подписывают. И второй этап. Прошли, то есть трудовой арбитраж. И что тогда? А раз уже все примирительные процедуры закончились, выхода нет. По закону, по трудовому кодексу, выход один. Вы можете принять один. То есть, или вы можете просто прекратить это все и разойтись, либо вот выйти на забастовку. Но чтобы принять решение о забастовке, надо снова собирать конференцию или... То, что будет решено на конференции, все решить в письменном виде. Все это подписать большинством коллектива. Что вот забастовочный комитет, значит, что забастовка будет объявлена такого-то числа. Ну, так сказать, вперед загляните, там на месяц. Не торопиться надо с этим, чтобы вы все успели. Так, раз. Во-вторых, что форма забастовки 1 час, не полная остановка работы, 1 час в день. Скажем, перед обедом на 1 час. Ну, чтобы вы перед обедом спокойно обсудили все свои дела, как дальше действовать, какие меры принимать. Коллективные действия можно без всякой забастовки принимать. Вы же знаете, что можно более медленно работать, работать по правилам. Так? Или ремонтировать технику, или стоять и ждать, когда отремонтируют. То есть много всяких есть приемов,
которая не является забастовкой, а вот, так сказать, приходится это делать. Ну вот. А после того, как уже забастовка объявлена, и избран забастовочный комитет, и надо, если вы будете письменно все это делать, сразу в листке должны записать. Забастовочный комитет такие-то, такие-то, такие-то входит. Вот этот забастовочный комитет получает чрезвычайную власть. А именно, он может решать, уведомив за 3 дня администрацию, он может решать, на какой форме будет дальше проводиться забастовка. Ну, допустим, 2 часа будут не работать. На один час позже приходить, на 1 час раньше уходить. Или 3 часа на 2 дня, на 2 часа позже будут приходить, а на час раньше уходить. Или 4 часа после обеда будут уходить. То есть это дело забасткома. Никто в это дело вмешиваться не будет, ни государство, ни работодатель, никто. Никакие службы, спецслужбы, никто, ничего. Если вы все это аккуратно сделали, наоборот, вот скажем, есть такой порядок, что забастовочный комитет отвечает за порядок и имущество во время забастовки. Значит, что нужно сделать, если порядок отвечает забастком? Он должен создать дружину. Он создает дружину. Вот докеры создавали дружину. Каждая бригада – это дружина. Ну, для начала, так сказать, обучим ее боевым искусством. Вот пригласили, так сказать, связались с полицией, договорились, чтобы помогли организовать курсы дзюдо, айкидо, самбо. И так далее. Но представляете, украдут имущество работодателя. Кто будет отвечать во время забастовки? Забастовщики. Или кто-то напьется и что-то разобьет. Кто будет отвечать? Ну, надо, чтобы привлекли этого, так сказать, человека, который, может, он трудящийся, но он не понимает, что во время забастовки надо будет ходить как стеклышко. Правильно? Короче говоря, ну вот, если вы хотите чего-то добиться, то вы должны, если вы на первом этапе не добились, вот первый этап какой? Вы начинаете, составили проект коллективного договора, очень хороший. Некоторые ужасно много таких проектов составили, и как бы на этом уже вроде успокоились, что все хорошо. Такую красивую картину, то есть как будет жить хорошо, когда нас не будет. Ну, примерно такая. Потому что если вы это не продвигаете, то смысл-то в этом. Вот. А, скажем, есть такие организации, которые уже добились того, что переговоры велись по коллективному договору. Ну, Царовская генерирующая компания, там профсоюз защиты труда. Они добились того, что были проведены переговоры. На переговоры освободила администрация от работы. Потом администрация поняла, что ей не получается на нее переговорить. Те, с кем переговаривается, она прекратила переговоры. И тут пока на этом остановка. Ну, останавливаться-то нельзя. Что я хочу ответить на такие 2 очень важных и принципиальных вопроса. Что делать работникам, если вдруг переговоры прекратились по коллективному договору, и администрация отказывается принимать ваш договор? Значит, она получается, что коллективный договор получается тот, который предлагала администрация. Вот что получается у вас тогда. А раз получается это, то, следовательно, какие существуют правовые возможности продолжения? Надо начать коллективные переговоры по изменению и дополнению коллективного договора. Вот, допустим, сегодня установили вам плохой коллективный договор, а завтра начинается процедура начала переговоров по изменению и дополнению коллективного договора. Только вместо вот такого коллективного договора, в котором прямо все позиции расписаны, будет расписано в пункте таком, вместо вот таких слов написать такие слова, в пункте таком, в разделе таком, вместо таких-то, такие-то, этот раздел изъять, к этому разделу добавить вот такой, и у вас, так сказать, создается такой документ. Проект изменения и дополнения коллективного договора. Цифра 1, левая колонка. Цифра 2, текст имеющегося. И тот, который администрация протащила. Третья колонка. Суть изменений или поправок и предложений к нему. Вместо слов таких-то, вот такие-то слова. Это изъять, это добавить и так далее. И четвертая колонка. Итоговый текст. А какой будет итоговый текст? Ну, такой, какой был в вашем проекте.
Что вам трудно это сказать, какие надо сделать изменения в этом тексте, чтобы получился ваш текст? Тут у нас народ сейчас грамотный, обученный. Вот пишите такую простыню. Проект изменения и дополнения коллективного договора. И с ясными глазами задвигайте снова на переговоры. Но, поскольку вы знаете уже, как бывает с переговорами, параллельно надо сделать другой. Вы можете отдельно затеять коллективный трудовой спор с требованием заключить коллективный договор в редакции работников. Можете? Право есть у вас такое? Есть. Вы их пользуетесь? Не пользуетесь. Но если не пользуетесь, вам это не надо. Но если вам не надо, а я генеральный директор, и защищаю интересы миллиардеров, нам тем более не надо. Так что вы решайте, если вам надо, так и действуйте. Мы вам дали закон, а вы не используете. Закон-то он же буржуазный. Чего вы его не используете? Это не вы его придумали. Это, конечно, вы придумали, но мы это дали, так сказать, провести через Думу. Ну, вот прошло такое. Сейчас есть такое в Трудовом кодексе. И вот, поскольку оно есть, пользоваться надо этим делом. Значит, вы начинаете, одновременно у вас есть переговоры по изменению и дополнению коллективного договора и коллективный трудовой спор с требованием принять коллективный договор в редакции работников. И ведите, так сказать, всю эту процедуру коллективного трудового спора, как написано вот в Трудовом кодексе, и как я сейчас рассказал. То есть, сразу два процесса вы ведете. И постепенно вы в эту работу вовлекаете коллектив все больше и больше, потому что люди начинают разбираться. Когда они видят, они говорят, вот, это наши хозяева, они думают, они заботятся о нас. Когда они видят, как они везде и во всем препятствуют, и как ничего не дают, и как не хотят вам дать ни повышение зарплаты, ни сокращение рабочего времени, ни увеличение отпусков, ничего не хотят это дать, ни, так сказать, улучшение условий труда, чтобы температуру понизили, влажность, может быть, загазованность, запыленность и так далее. Или, как говорил Ленин в книжке «В работе «Великий почин», коммунизм сводится к улучшению условий труда рабочих. Вот вы сделаете это и вот настаиваете на этом. Поэтому, значит, я бы, например, товарища из Сарова поздравил бы с тем, что они очень важно сделали работу. То это начало, они на правильном пути. Но если они, вот, так сказать, ну, знаете, мы начали строить рельсы до Владивостока и довели до Балагой, до Балагова. И все на этом. Ну, ясное дело, что это, мы не доедем до Владивостока. То есть надо все-таки дотянуть там как-то вот это. Поэтому это раз. Во-вторых, куда мы спешим? Буржуазия никуда не спешит. Она вас угнетает и угнетает. Эксплуатирует и эксплуатирует. А мы должны бороться и бороться и бороться. Это в чем наш выбор состоит? Борьба. И вся-то наша жизнь есть борьба. Так поется в песне. Вся жизнь борьба. Но если вся жизнь борьба, если не будете бороться, ничего не получите. Все отберут. Все, что есть, отбирают. И в чем состоит инфляция? Некоторые говорят, что инфляция состоит в повышении цен на все товары. Чепуха. Не на все товары, а на все товары, кроме товара, рабочая сила. И что получается? Вы как бы привязаны к дну канала, так сказать, веревочкой. А воду все больше и больше наливает, и вам уже вот так вода, и уже она вас заливает, а вы все привязаны и привязаны. А вы потребуете, запишите в проект коллективного договора, что вы требуете повысить зарплату на 10% сверх инфляции. Тогда вам плевать, какая инфляция, хоть 100%. Значит, если 100, будет 110. Если 200, 210. Если 10, 20% будет. Вам-то какая разница? Сделайте так же, чтобы было, как на все продукты. А вы терпите, чтобы ваш вот главный, ваш единственный товар, который вы продаете, у вас больше ничего и нету. Рабочие руки, рабочую силу. Рабочая сила же товар при капитализме. Она как бы отделилась от вас. Вы вроде как капитализму не нужны. Нужны только ваши руки, чтобы вас эксплуатировать. Так вы их продавать это не надо задешево-то отдавать. То есть вы хоть на этом торговом языке-то поговорите, буржуазии. Вот инфляция. Индекс инфляции. Индекс инфляции – это что такое инфляция? Инфляция – это не любое повышение цен. Это вот, вернее, индексация – это не любое повышение доходов. А это повышение зарплаты на тот уровень, который является инфляцией. А если вы повышаете, так сказать, на больший уровень, тогда вы получаете улучшение положения трудящихся, повышение доходов.
Вот так. Значит, к чему надо приготовиться? Мы живем с вами в условиях капитализма. Это наш выбор? Нет. Это не наш выбор. Наш выбор не жить в условиях капитализма. Наш выбор жить в условиях социализма. А можно к социализму прийти, если мы с вами не научимся добиваться и поддерживать маленькие победы в некоторых маленьких вещах. Вы что думаете? Сначала был декрет советской власти о сокращении рабочего дня до 8 часов, а потом сокращение рабочего дня до 8 часов в 17 году. Не знаете, как было в Петрограде? Сначала сокращение рабочего дня до 8 часов, а после этого установление советской власти, а после установления советской власти декрет, о который узаконил, это правило, узаконил то, что было сделано явочным порядком, явочным. Ну, это явочным, а я вам рассказываю, что не явочным порядком, а сейчас, ну, все строго по закону. Вот все, что я рассказывал, вот все строго по закону. Можете проверить, перепроверить. Слечите все страницы Трудового кодекса, если найдете, что я где-то так перегнул в пользу рабочих и против буржуазии, не найдете. Все это написано в Трудовом кодексе. Между прочим, мы очень активно боролись за Трудовой кодекс. И докеры боролись, авиадиспетчеры боролись, и члены профсоюза защиты труда боролись. Вообще профсоюзы объединились тогда даже в специальную партию, временно существовавшую партию труда. Я даже в ней секретарем был, а Шейн был председателем. А Золотов был член совета, а Казенок выступал на съезде. И при этом мы состояли одновременно в общественном объединении Рабочей партии России, как и сейчас. Потому что общественное объединение нам не запрещает входить в какие-то партии, если нужно на время там что-то продвинуть и что-то поддержать. Вот такая картина. То есть наш выбор какой? Борьба. За что? Какая? Коллективная. Если борьба индивидуальная, это не наш выбор, это не к нам. Потому что через неделю или через месяц, которого скажут, вот я начал бороться, как вы насоветовали, и меня выгнали. Так я вам советовал в одиночку, не лезьте вы в одиночку, не боритесь. Ну что это за... Ну представьте себе, там какая-то армия, а вы там втроем, вчетвером вылезли и пошли по полю. Вас скосили с пулемета. Ну что вы хотите? Неужели непонятно? Вы хоть почитаете книжки про войну? Хотите... исторические, хотите художественные. Но кто должен, как надо готовиться к действиям? Если вы понимаете, что это борьба, и у вас сильный противник, работодатель или слабый? Я считаю, что сильный. Ну, он же вот, он даже поборолся с советской властью, хоть слабый советской власти, но он, так сказать, выиграл. А вы хотите у него так запросто выиграть? Ну, так вы организовываетесь. Но у вас большинство, вас на заводе, вас в стране тоже большинство. Но до страны сначала надо разобраться на заводе, потому что когда будет на заводе большинство, тогда вот будут созданы забастовочные комитеты на многих заводах. Забастовочные комитеты направят своих представителей, будут советы городские. А когда будут советы, вот тогда может встать вопрос о том, чтобы советы стали властью. Ну а если нет риса, то рисовый плов не получится. Согласитесь со мной. Я думаю, что согласитесь. Ну нет, если рис. И без гречи гречневую кашу не сваришь. Поэтому если мы вот это не пройдем, что надо, так сказать, делать систематически и заниматься этим, учиться этим, работать и учиться двигаться и вперед и вперед. И это уже проходили. Если бы это было первый раз, ну Россия, великая страна, она уже один раз проходила, и нам остается просто повторить то, что сделали наши предшественники, которых мы уважаем, которые и говорят, что вся эта наша жизнь есть борьба. Поэтому что мы выбираем? Жалкое существование тварей, которых давят, нажимают на них, они пищат и все время ноют. И так они, была такая песня, нас побить, побить хотели. И вот про нее есть стихи. И так они противно выли, те, кто пели ее, что их правду их побили. Ну не надо ныть, что нам это не дают, то не, да вы не берете. А как вы можете взять, если вы... Не взяли, это вот, не знаю, может быть, нехорошо, что я критикую товарищей рабочих, некоторых. Я знаю, потому что есть люди, которые давно уже отряхнули этот прах, вот этой собственной неумелости, робости, может быть, а может и трусости.
Ну, мы вас вовсе не зовем на священный бой. Вы сначала вы добейтесь повышения зарплаты. Но для этого надо коллективно действовать. И не будете действовать коллективно, не добьетесь. А в одиночку, ну, выгонит вас и все. Поэтому никаких одиночных выступлений. Кто одиночное выступление делает, он и себе вред делает, и других запугивает. А вот Иванов выступал, и его выгнали. Ну, Иванову, а если 100 Ивановых, а 1000 Ивановых, как ты их выгонишь-то? Знаете, как вот забастовщики борются с штрейкбрехерами? Считается ведь по закону во всех государствах буржуазных, что нельзя препятствовать на работу идти. Они не препятствуют, они вот видели там перед входом, вот так вот по кругу бегают забастовщики. И никак этим не пройти, которые идут на работу. Ну, никак не пройти. Но когда они вдруг с кем-то столкнутся, кто бегает, могут он и получить там. Потому что ты мешаешь бегать. Вы идете на работу, а я бегаю, я спортсмен. Могу бегать, я хочу. Это не территория завода. А это все на заводе уже нет. Вот перед заводом. Здесь же надо читать и знать всякие приемы. Вот. Тем более это Россия. В России, если народ подымется, он все сделает. Нет таких задач, говорил товарищ Сталин, которых не могли бы решить большевики. Вот товарищи большевики неформальные. Решайте, пожалуйста, эти задачи по-большевистски. А что значит по-большевистски? Наступательно. Наступательно, планомерно. И вот я говорил о том, что вот на этом собирается Российский комитет рабочих не для того, чтобы там были жалобы. Вот соберутся и начнут плакать. От этого города, с этого предприятия нас бьют, из другого города нас бьют, из третьего города. Ну, давайте все будем сейчас слезы проливать. И это нужно, что ли? Нет, поэтому. Значит, экскурсантов, которые собираются приехать на заседание Российского комитета рабочих, предупреждаю, никто никаких экскурсантов пускать туда не будет. Это комитет. И это не собрание. И это не митинг. Митинги, тем более у нас сейчас у нас ковид. Куда вы? Какие митинги? Все. По крайней мере, на время ковидное. Поэтому это такое мероприятие, где происходит делегирование. Вот если вы, я имею в виду тех рабочих, которые никогда не были на заседании Российского комитета рабочих, не слышали про него ничего, и первый раз вот у меня услышали. Хотя я в разных местах выступаю, и не так уж и мало, ну, прямо люди так будут только сидеть и смотреть, кто что сказал. Ну, вот, не знали. Не знали, значит, вы имеете право делегироваться на заседание Российского комитета рабочих. То есть, если вы приведете такой документ, что... Рабочие вашего предприятия, рабочие, вас как рабочего, речь идет о заседании рабочих, не путайте. Вот если я приеду на заседание Российского комитета рабочих, я там консультант, я там голосовать не имею права. Почему? Потому что я не рабочий. Вот если было бы собрание профессоров, я бы голосовал. Но там не собрание профессоров, там собрание рабочих, комитет рабочих. Вот съезд художников, если я не умею рисовать, ну, я приеду на съезд художников, начну там учить, как рисовать. Ну это смешно. А композиторов? Представляете, я вот музыкантом был какое-то время, то я был гарнистом пионерской организации. Две мои мелодии очень хорошо шли, особенно вот «Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед». Это очень любили. А вот «Спать-спать по палатам» пионерам октября там отвергали. То есть, ну не надо лезть, как говорится, туда, где... Ну писатели собираются. Я вот не писатель, у меня там и книжки есть. Но книжки у меня научные, не художественные. Кто это, ну кто будет читать это, думает, что он сегодня там развлечется, а там опять доказывает, объясняет, призывает и так далее. То есть это комитет рабочих, там должны присутствовать рабочие, раз, а во-вторых, не шальные рабочие, которые туда-сюда, перекати поле, шатаются, думают, куда бы примкнуть, а такие, которые делегированы. Попросите своих товарищей, чтобы они написали, я там след, вот у вас там бланк сделаете, я Иванов Иван Иванович, ну как есть, как вы называетесь. Так, и дальше делегирован следующими товарищами. Петров Петр Степанович, слесарь, такой-то, такого-то цеха, такого-то завода. Сидоров, такой-то токарь, такого-то цеха, такого-то завода. Итого 5 человек. Кто делегирован 5 рабочими с промышленных предприятий,
Милости просим на заседание Российского комитета рабочих. Вы получите решающий голос. Те, кто будет делегирован на заседание Российского комитета рабочих, для связи с оргкомитетом можно воспользоваться электронной почтой avzolotov2@gmail.com. Ну, такие, как я, но если дадут выступить, посоветовать, скажу спасибо, я консультант. Там консультанты есть и помоложе меня, и поинтереснее. Поэтому там будут консультанты, они голосовать не будут. Ни один интеллигент там голосовать не будет. Это единственное место в стране, а я думаю, в мире. Место единственное, где голосуют только рабочие и решают. Даже вот в партии рабочие голосуют не только рабочие. Большинство рабочих нужно, чтобы принимать решения. Но иногда голосуют, дают там какому-то количеству нерабочих, меньшему количеству тоже поголосовать. Хотя мне, например, кажется это странным. Вот что я буду голосовать? Если я не могу убедить двух рабочих, то я не интеллигент. А если могу убедить двух рабочих, так зачем мне голосовать? Они проголосуют. Ну, надо понимать, что у нас разные функции. Вот интеллигент в партии – это человек, который отвечает за научный социализм, за несение в рабочее движение идей. Так? А партия – это соединение научного социализма с рабочим движением. Ну да кто тут в этом? Тут главная сила. Класс рабочий, а вовсе не те, кто вносит сознание в это движение. Спасибо вам большое. Горький говорил, что мы показываем путь рабочему движению, как прожектор. Это же хорошо, почетно? Почетно. Зачем вам еще голосование? Рабочий пусть голосует, потому что кто голосует, тот и отвечает. Если что, я за это не голосовал. То есть я тогда в стороночку скажу, не это вы такое приняли решение. Я предлагал, вот у меня записано, вот Сергей Викторович Тюленев лично брал у меня, руководитель канала «Рабочее ТВ», вот на Ютьюбе. Поэтому я такого не предлагал. Я предлагал вот так действовать. Давайте прокрутим пленочку. Вот так что, вот, а вы голосуйте как хотите. Хотите, голосуйте за это, хотите, голосуйте за прямо противоположное. Я могу заставить кого-то? Никому. Еще бы чего не хватало. Мы никого не можем заставить. А объяснить и помочь можем. И это обязаны сделать. Вообще, всякий образованный человек должен свое образование не где-то там держать для продвижения своих, так сказать, финансовых каких-то интересов, а для того, чтобы народ вывести из того, так сказать, наемного рабства, в котором он находится. Вот так обстоит дело. Поэтому я бы мог вас пригласить на заседание Российского комитета рабочих, но могу только посоветовать делегировать, обеспечить свое делегирование и прибыть туда. Вот. А пригласить я могу тех, кто уже делегатом стал. Вот нашел он этих 5 человек, которые его посылают. Надеюсь, что когда он приедет после заседания Российского комитета рабочих, он их и вместе соберет, этих 5 человек, и расскажет, что было и как, и свое впечатление, и свое отношение, и прочее. Или поштучно с каждым поговорит. Не так уж и много с 5 человеками поговорить. Правильно? То есть, чтобы он, если вы вас делегировали, так вы как бы вот полпред. Вы полномочный представитель своих вот этих 5 человек, а эти люди, это же не как вот у нас в интеллигентской среде, что он не человек, у него какая-то идея другая. А это, так сказать, единая позиция, единый интерес, завод. Поэтому 5 человек – это очень много. Это 5 человек, это они знают, что там происходит, и знают, что надо делать. И они могут что-то толковое сказать. Вот что толковое скажут, а сами они должны принимать решение. А не кто-то за них будет принимать решение, потому что тот, кто принимает решение, тот и выполняет. А если только мы это разделим, вот и получится. Одни туда, другие сюда, и все расползлось. Поэтому я рассказал, что по закону. Но, значит, то, что я рассказываю, подлежит проверке. Почему? Потому что, когда вы будете действовать, вы поводите пальчиком по соответствующим строчкам Трудового кодекса. Дешевый Трудовой кодекс. Только не покупайте вот с этими, с комментариями. С комментариями делают люди, которые деньги хотят на этом, на комментариях получить. Если вы будете выполнять комментарии, это же не закон. Это вот лапша. Вот поэтому вот Трудовой кодекс тоненький купите, свежие продают, уже кое-что выбросили хорошее, но еще не все. Так что вот покупайте, читайте. Только как считать? Все подчеркивайте карандашиком или ручкой. Это ваш текст. Маркс говорил, книги мои рабы. Вы там вот отметьте, для вас это важное все, чтобы не забыть потом. И другим покажите, и других научите.
Ну вот, конечно, маленькая зарплата у вас, но на трудовой кодекс точно хватит. Ну там где-то 150 рублей. Кому не хватит, обращайтесь в фонд рабочей академии, пришлем 150 рублей. Укажете номер карты, пришлем на приобретение трудового кодекса России в интересах изучения буржуазного, так сказать, законодательства по трудовым вопросам. Значит, понятно, в чем состоит наш выбор. Наш выбор – коллективная борьба за интересы рабочих, для того, чтобы рабочие, как класс, в конце концов, улучшали свое положение и до тех пор улучшали, пока они и властью не станут. Вот когда они станут властью, это конец? Нет. Надо еще довести все общество до полного коммунизма, до полного уничтожения классов, а не так, как при Хрущеве, и сказать, все у нас уже, диктатура пролетариата не нужна, хоть еще впереди там, где-то будет когда-то полный коммунизм. Не будет никогда никакого коммунизма, если вы потеряете власть рабочего класса. Пока еще нет полного коммунизма, рабочий класс должен свою власть держать, сохранять, и это неизбежно. Более того, на сегодняшний день у нас уже в мире более 1,5 миллиардов людей живет в социалистических странах. Это Китайская Народная Республика, которая заканчивает строительство социализма, завершает. Вот. Это Корейская Народно-Демократическая Республика. В ней не 1,4 миллиарда, как в Китае, а 25 миллионов. 25 миллионов – это немало. Очень высоко развитые и очень культурные и развитые страны. Я там был 2 недели и воспоминаю, как побывал при коммунизме. Или побывал в Советском Союзе 30-х годов. Вот так там интересно было. Вот, это Куба, где трудные времена, поскольку раньше Советский Союз помогал и поддерживал, а сейчас там все время мешают сосед могущественный. Так что там непросто. Он мешает идеологически, он влияет на эту самую республику. Там тяжело. Это, между прочим, еще и Вьетнам. Сколько у Вьетнама человек? 100 миллионов. А что это за страна? А это страна, которая победила Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки кого победили? Никого. Ну, вместе с Советским Союзом они победили фашистскую Германию. Но главную роль, конечно, сыграл Советский Союз. А сами они только мексиканцев там победили у себя на границе. Больше никого. И кубинских на одном из островов, кубинских добровольцев, они напали там. Их там кубинцев было человек 20, они их победили. А вот Вьетнам такую войну выдержал. И начиналась эта война с того, что на севере были северо-вьетнамцы, социалистическая страна. А на юге были американцы. А кончилось тем, что и на юге, и на севере теперь. Социалистический Вьетнам. И туда, между прочим, президент США приезжал, там удобно вести переговоры, тихая, спокойная территория, все там хорошо. Вот у нас, когда я был в аспирантуре, мой коллега, тоже аспирант, Ширяев Михаил, он там был во Вьетнаме, участвовал в этой войне. Он был на установках, которые обеспечивали стрельбу наших зенитных ракет. Как ударят в эту тучу самолетов американских, так под 5 самолетов. Падает. Они тучами летали, пока наши не приехали. Потом тучами уже перестали летать. И пытались, так сказать, сплошную бомбардировку делать. Но наши за 20 с помощью вьетнамцев, за 20 с лишним километров куда-нибудь ночью по джунглям уедут. А там американцы то место все, значит, бомбят, где они были. Вот. Но ничего из этого не вышло. А китайские добровольцы там помогали. И советская, вот, так сказать, техника, которая сбивала американские самолеты. Или, как писали в свое время, во время Корейской войны, корейский летчик И. Ван сбил 5 американских самолетов. Так что вот так дело обстоит. Так что очень интересное, так сказать, мероприятие. И оно уже историческое, потому что я уже сказал, сколько лет это ведется с начала 90-х годов. 30 лет. Люди в рабочий класс у нас организовываются постепенно. Ну, кто не организовывается, тот еще собирается организовывать. Вот. И дело потихоньку дает. Даже некоторые товарищи вот, говорят, такие самые трудные дела, как, скажем, изучение науки и логики. И то вот я смотрю
Я от лекции писал, сделал краткий курс на Академию смыслов Лобио, так там уже за 160 тысяч перевалил. Все остальные все простое и несложное не изучают, а это смотрят и смотрят. Может быть, по 4 раза смотрят, я не исключаю этого. Получается большой просмотр. Но я хочу сказать, что Россия учится и готовится к борьбе. А кто к борьбе не готовится, ну, как-то мне не хочется какие-то плохие слова употреблять. Но еще не созрел. Надо созревать. Потому что никто рабочему классу не поможет, кроме тех, кто встает на позиции рабочего класса. Такие люди, как Маркс, Энгельс, Ленин, были и сейчас есть. Их можете найти в Рабочей партии России. Там есть профессора, там есть кандидаты наук. Там есть представители всех специальностей. И медики там есть, которые стоят на позициях рабочего класса и готовы ему служить. Ну тогда, но кому они готовы служить? Тому классу, который борется за свои цели. А если он не борется, ну как вы ему служить, если он не борется? Заставить же нельзя. Ну кто может заставить? Мы же не можем руководить рабочим классом. А вот партию создать можем. У нас есть Рабочая партия России как авангард рабочего класса. То есть авангард – это голова. Ясно, что если безголовая какая-нибудь политика, то она ни к чему не приведет. А если голова есть, ну, это очень хорошая партия, спокойная. Вот. Она ведет учебу, и от всех требует быть грамотными, серьезными, дисциплинированными. Есть общерусская газета, которая более 30 лет издается. Есть каналы. Вот вам канал. Пожалуйста, вот вам видеоканал, вы на нем как раз находитесь и смотрите. А есть у нас всякие группы ВКонтакте, есть сайты Фонда Рабочей Академии, тьма. Поэтому все сделано для того, чтобы товарищи рабочие вернули себе власть и улучшили жизнь всему народу России. А там и уже, как говорится, как только Россия станет социалистической, сразу как будут все проситься как бы к вам, хоть в автономную, что ли, республику, в Россию, как бы восстановить Советский Союз. Все говорят о том, что Советский Союз – это было здорово. И это действительно было здорово, я об этом могу сказать, потому что я вот именно в Советском Союзе учился, жил и воспитывался. И воспитывался я тогда, когда папа у меня был рабочим литейного цеха, вот, и умер в 50 лет, поскольку вредные у него были условия. А мама была учительницей, здесь блокаду прожила, а дедушка воевал под Старой Руссой, похоронен, а отец под Сталинградом воевал, 2 ранения. И я все жил все лучше и лучше и лучше при социализме. А при капитализме, ну я про себя не буду говорить, я уж не хочу сказать, что я уж прям плохо жил при капитализме. Нам при капитализме вот эта вот интеллигенция не так уж и плохо жить. Потому что прежде всего удар нанесли по рабочим. От рабочих, конечно, в худшем положении находится, несомненно. Ну уж не говоря уже о том, что я вот несколько раз переезжал, и все время бесплатную жилплощадь получал. Где вы такое сейчас найдете? Нет такого. То отец получил квартиру, вернее, комнату 13 метров, то мать на бульваре Новаторов получила пароходство морского. Нету, кстати, того пароходства-то. Нету морского пароходства северо-западного. То есть много чего нет, много заводов нет. И восстановить это все может только рабочий класс. Другие только обещать могут. И говорить, что вот мы сделаем, может, наметим и так далее. Но мы-то с вами знаем, что то, что не сделает рабочий класс, не сделает никто. Поэтому я вас приглашаю заняться организацией своей поездки, товарищи рабочие, особенно те, которые не меньше 10 лет проработали в крупной машинной индустрии. Так, вот, чтобы это были опытные рабочие, знающие, которые, так сказать, слово которых много весит. И, пожалуйста, участвуйте и решайте сами эти вопросы. А что касается советов, я вот такие советы, как продолжать борьбу, если у вас не с первого раза не приняли коллективный договор, ну вот считайте этот совет оформленный в виде этого ролика, который называется «Наш выбор». «Наш выбор» – борьба коллективная, а не индивидуальная. Пользуясь случаем, хочу вам сказать, что идет запись в Красный университет Фонда Рабочей Академии. Набирайте «Красный университет» в интернете, записывайтесь,
и будете изучать три источника и три составных части, три момента марксизма, и станете грамотными специалистами в области общественных наук. В течение за 10 месяцев, а обучиться один раз в неделю. И задания очень краткие, но необходимые для того, чтобы проверять, как вы усвоили, правильно ли вы усвоили вот науку. Надо все делать по-научному, тогда у нас пойдет все это хорошо. Приглашаю вас в Красный университет Фонда рабочей академии и Ленинградского интернет-телевидения. Спасибо за внимание.